Стою. Все. Приготовились и постою, чтобы тебя прошу. Да? Будь аккуратен, я буду здесь. Саджина. И выпрямись, выпрямись. Стоп. Выпрямись. Взял снизу руку, все, выпрямись тогда, руку к себе подкинь, ему будет тяжело. Если бы согнулся, упал бы, а так если выпрямился, видишь, как смог его удержать. Раз, встал, да? Вот сейчас ты потихонечку бери, заправляйся и отдыхай. Да. Потому что когда ты не заправил, он не будет бороться. Даже специально в конце упал, например, чувствуешь, раз, вытащил, хоп, встал, хоп, и хоп, заправляешь. Андрей, не замерзнешь? Все, а уже от тебя зависит. Ты говоришь, сжимай, батарея, я говорю, и ты тоже. Стоп! Знаешь, что шаг вперед, и он сразу бросает. Любой человек. То есть хороший борцы. Но сейчас, если был бы вес такой же, можно было бы уйти. И нужно найти контрприем, чтобы ты знал, например, ты специально заходишь, раз берешь, Женя, раз через спину скажет, ты его или душишь, или еще что-то делаешь. То есть на любой ответ. Отсюда взял, он тебе показал сюда, зацепил, например, голень, низу, оп, отсюда, да, ты уже знаешь, подсечка, да, или развернулся, или еще что-то. То есть это захват, это захват. Вот ты, смотри, он взял, все, он отсюда обязательно будет делать броски. По хорошей борьбе, поэтому он делает броски. Я не говорю про них, они пока еще растут. Вот, сразу делает броски. Поэтому ты должен знать, как контратаковать. Или же, извини тогда, или ты должен брать сначала, или эту руку забирать, или брать этот отворот, чтобы потом переходить. Тогда для этого надо просто отдельно сесть и подумать. Хочешь?
Можно вот... Стоп, стоп. А можно ли как-то использовать? Вот смотри, да? Вот он сам. Можно ли использовать для броска вот всего рукой? Его же бросать. А как? Вот как? Ну, вот. Держи хорошо. Нет, вот. Видишь, я стараюсь. О, сюда, да? Что-то, может быть, сюда, да? Может быть, я не знаю, сюда прийти как-то. Бывает, иногда держит. Может быть, как-то используется. Джин. Ты просто взрываешь. Чуть-чуть пройди, развернись и положи удержание. Я поставлю. Да. Есть, когда ребята, это, понимаете, это он не летает, это
он занимался, там, где ходят в спорткомплекс. Дави на двор, там все хотят бороться. А здесь... Пойдет с нами на Республику, да? Конечно. Олега, с нами? Если он будет бороться, пожалуйста. Сергей Анатольевич, а пусть не тот парень с нами. На тот кагаз не тот? Да. Ну, а что, в 2 часа будет приходить? Ну, он в 2 заканчивает. Как Лигу будет? Ну, я тоже встречу, что он умеет делать. Ну, вот он, я соревнования так, ну, рубится на соревнованиях. Хорошо. Ну, пусть подойдет. Все, все, я понял. Я на сей путь у пивном ресторане, у меня не работает. Ну, если он будет ходить. Переказан мой карантин. Просто я не знаю, как он может, не может, чтобы тот не пришел. Короче, Борги, мне нужно. Если только будешь оставаться, Денис оставаться. Все, понял. Да, а ты за брата? Просто Сергей Анатольевич, только я и Денис тоже не очень интересны. Да я понимаю, если мне учить не надо, его вот один раз. Нет, 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 он не надо. Ты тогда сказал, и потом Саня заболел. А представляешь, если бы он здесь заболел, потом пацан, да вообще жопа была. Все, Сергей Анатольевич, спасибо. Все, до свидания, Саня. Лирия, тот как бы наш, он учился у нас. Директор учебный стаж. Центр. Небольшой, ты центр должен стоять. Ты не должен за ним бегать.
Вот ты стоишь, да? Он двигается. И я тебя понимаю, когда я боролся с маленькими, когда начинают носиться, блин, это хуже нету, блин. Я говорю, лучше бороться с тяжами. Потому что они не двигаются, так хорошо. Куда он двигается? Сюда, да? Да. Сюда. Значит, посмотри внимательно, там сюда же. Он начинает бороться. Начинает бороться. И уже не здесь нужно стоять. Вот где нужно стоять. Куда он идет? Вот сюда он идет. Вот здесь и встань. Сюда ему неудобно идти, он сюда бросит меня. Значит, он сюда хочет пойти. А сюда он не пойдет, он выйдет шито получше. То есть тут как бы раз, а сам уходишь, раз, перекрываешь ему в эту сторону. Стоишь отсюда, потом вдруг раз и начинаешь сюда менять захват. Одно дело, когда нету захвата, ты стоишь отсюда, потом ты раз поменял, нормально. Но когда ты держишь захват, и потом начинаешь менять, в этот момент ты вообще теряешь все, то есть тебя могут свободно бросить. Ты не знаешь, уже вес маленький, а те, что большие, им только это и надо. Ты теряешь захват. Ты взял захват, потом взял и поменял. Ни в коем случае. Вот больше уходи. Право. И выдвинуться. Видишь, перекрываешь. Не спешишь брать захват. Хватит. Встали. Ладно, заправляться. Поклонились. Вот. Молодец, сумма. Да. Да. Садите качаться? Поворотиться. Поворотиться? А, хорошо. Ну? Давай. Я тоже сейчас выключу, включу. Только что для вас не... Зайдете ко мне на сайтик. Так. Выключу.